Здравствуйте, наши дорогие зрители и подписчики! Сегодня я вам хочу показать, ну и рассказать, естественно, про нашего карата. Это наш второй взрослый кот в нашем питомнике, родившийся в нашем питомнике. То есть, как говорит мой муж, это мейн-кун собственного производства. Посмотрите, какой он красивый. До этого я вам показывала, рассказывала про Хьюстона. Караты Хьюстон братья, у них одна мама. Отцы, конечно, разные, но они в одном окрасе, черном серебристом тикированном. Каратик еще молодой котик, в отличие от Хьюстона, которому 3 года. Карат родился 1 декабря 2021 года. Ему только год и 4 месяца. Для мейн-куна это очень мало. Куны это медленно развивающаяся порода. Они растут до 5 лет. Так что все еще у каратика впереди. Что хочу сказать. Он у нас выставлялся и выставляется так же, как и его брат. Очень успешно. Когда он был юниором, он выиграл ВЦФ ринг молодых. В открытом классе в 10 месяцев он в большой конкуренции выиграл ВЦФ ринг взрослых. То есть он имеет право на мастер ринг, как его брат. Попробует однажды выиграть мастер ринг и стать мастером. Там уже как получится. Мальчишка очень ласковый, умный. В отличие от Хьюстона, который более такой спокойный и настойчивый, он очень у нас такой активный мальчик, веселый, даже иногда шкодный бывает. Как видите, так как он котик молодой, он очень хорошо одет. Что это значит «хорошо одет» у мейн-куна? Посмотрите, какие у него меха. Какой красивый хвост у него. Вот такой. Можно я тебе покажу? Вот такой вот он мальчик красивый. Посмотрите, какое тело у него. Ни грамма лишнего жира, прямоугольное, как положено. Он такой же тяжелый, как его брат. Давай покажемся, какой ты длинный. Вот такой мальчик у нас. Вот такой мальчик растет. Вот такой. Ложись, каратик. Поздоровайся с нашими зрителями и подписчиками. Он мне напоминает, в отличие от Хьюстона, его маму Барселону. Он даже на нее внешне немножко похож. Да? И по характеру тоже. Вообще, он очень любит покушать у нас. И поиграть с удовольствием может. У нас на канале есть видео, где показывали мы, как он любит играть с лазерной рулеткой, с дразнилками. Также на нашем канале вы можете увидеть видео, где он играет и с другими животными, сестрами, с племянницами. Что еще хочу вам сказать, что вообще карат очень высокие оценки получает от судей, у него уже высокий титул, хотя ему только год и 4. Он имеет 2 оценки на Евро-чемпиона, и если все получится, мы поедем в Минск на всемирную выставку и получим 3-ю завершающую оценку на Евро-чемпиона. Это так наши планы. На самом деле, я еще окончательно не решила, останется ли карат как племенной кот, не смотри так на меня. Либо же я готова этой красотой, вот такой вот красотой, поделиться. Но, естественно, если он и покинет наш дом, то только на особых условиях. Так что, если вдруг вы просматриваете наше видео и ваше сердце дрогнуло, вы поняли, что именно этот кот должен жить у вас, то ради бога пишите в комментариях, пишите в личных сообщениях, мы с вами обсудим эти моменты. А так, вот такой вот темперамент у настоящего мейн-куна. Шоу-темперамент называется, когда он совершенно спокойно себя чувствует в любых условиях. Как любой мейн-кун, у него должна быть устойчивая психика. Ну что ж, мои дорогие подписчики, наши зрители нашего канала,
Желаю вам хороших выходных. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на наш канал и смотрите наши видео о жизни наших питомцев, у наших питомников. Всем до свидания, хороших выходных!